На западе Украины сильнейший пожар на нефтехимическом предприятии. Это единственный в стране комплекс по производству этилена, бензола и поливинилхлорида. Как сообщают в госслужбе, по чрезвычайным ситуациям горит пирогаз. К месту ЧП стянуты десятки единиц спецтехники, а также порядка 100 пожарных. Говорят, что вспышка уже локализована. Инженеры перекрыли подачу вещества в установке. Опасения вызывает состояние воздуха в зоне происшествия, но власти утверждают, что угрозы для жителей города Калуша нет.